Приветик всем, снимаю видео о коробочках Glam Box в сентябре. Взяла два состава, доставка, самовывоз, бонусы за самовывоз, соответственно, получила. Это парфюмки аромат Scent от Hugo Boss, без этого, в общем, без распылителя, поэтому отдам. Ну и женский вариант Scent тоже. Соответственно, пробники в двойном экземпляре, потому что две коробки. Как и вообще все бонусы в двойном экземпляре. В общем, маска паровая для глаз. Две штуки. И еще от Pantene Pro-V. Это бальзам-ополаскиватель, воздушная пенка. У меня уже, я уже получала такой один, в общем. И еще два в подарок. Очень приятно. Ну и радость для моей мамы. Это шампунь от Timothée, роскошном объеме. Думаю, она мне это дело заберет. По-моему, у нее хорошее отношение к продуктам от Timothée, если говорить о шампунях. Ну, давайте смотреть состав. Вот такое вот оформление. Что тут у нас? Какие-то розочки, цветочки. Что же у нас тут в составе? Там, как всегда, книжечка. Посмотрим, чем порадовал у нас Сервис Glam Box. Да что ж такое, ты не хочешь никак раскрываться. Да. Ну вот как-то так. От Clarins комплексная омолаживающая двойная сыворотка Double Serum. Надеюсь, видно. Я уж не хочу про это все это дело зачитывать. Смысла в этом нету. От Guerlain парфюмерная вода Le Petit Robe Noir Black Perfecto. Новая какая-то реакция в черном флаконе. От Vella Professional интенсивно восстанавливающий шампунь Fusion и восстанавливающий бальзам, соответственно. Шампунь, говорят, что очень нежный. Бальзам мгновенно улучшает состояние волос. От Make Up Forever помада Artist Rouge Light. Объединяет великолепие оттенков с легкостью в нанесении, позволяет каждому почувствовать себя настоящей звездой в ярком свете софитов. От L'Occitane очищающее масло для умывания и мартель. Эффективно удаляет макияж, смягчает и восстанавливает кожу. От Sephora крем, увлажняющий для лица, не только стимулирует выработку гиалуроновой кислоты, но и обладает легкой текстурой, придает гладкость и сияние. От Paco Rabanne аромат Pure Excess. Насколько я знаю, это аромат мужской. Какая-то странная для меня марка Пуян. Если я правильно говорю. Маски для лица в ассортименте. То есть, либо экстракт Центелла азиатской, либо красного женьшеня, либо с секретом улитки. От Биотерма Себиум Лосьон для смешанной жирной чувствительной кожи. Борется с несовершенствами. Вот такой состав. Давайте смотреть, как это все выглядит в реальности. Ну, какая-то рекламка. Не пойми чего. Вот эта маска от Пуян. А я так понимаю, что мне досталась это Центелла. Нет. Это красный женьшень. Вариация с красным женьшенем. Аромат от Guerlain Black Perfecto. С распылителем, все замечательно, можно будет попробовать. Хотя никаких надежд я не питаю, потому что ни один аромат вот из этой линейки Le Petit Robe Noir мне не нравится. Да, вообще это маленькое черное платье, но никуда. Лосьон от Bioderma. Так вот он выглядит. Масло 30 мл и мортель. Это очищающее. Омолаживающая сыворотка от Clarins. Здесь, наверное, я даже не знаю, сколько их штук. Штук 7, наверное, они обычно на неделю как-то все это дело предоставляют. От Uriage продукт. Я так понимаю, это паста такая, которая наносится локально на воспаление. По всей видимости, это как бонус, наверное, в коробках, что ли. Ну, как вроде того. Кондиционер, ну, то есть бальзам-ополаскиватель и шампунь от марки
Вэлла, вот это Fusion, 50 мл шампунь и 30 мл бальзам-ополаскиватель. Помада от Make Up For Ever. Сейчас посмотрим, какой цвет. Оттенок. Я не могу найти, какой он. Здесь даже не обозначено. Самое интересное, посмотрим цвет. Вот так она выглядит. Опа, не красный. Я почему-то думала, что в коробке... Как не посмотришь, все время вечно какие-то красные оттенки, а тут он вот такой вот. Что за цвет? Ну, камера его показывает более теплым, чем он есть. На самом деле он более холодный такой какой-то. Вот бежево-розовый, не знаю, как его обозвать. Очередная симпатичная миниатюрка. Аромат вот Пакарабан, 6 мл, коробочка. И вот так вот он выглядит. Такой вот мужской аромат. Темно-синее такое псевдостекло. Такая симпатичная миниатюрка. Ну, еще тут что-то набросано, я даже не знаю, что. Это бальзам-крем с маслом органы, вербена, зеленый чай. Не знаю, честно говоря, для чего. Ну да, бальзам для тела, на самом деле. Ну, и еще тут что-то набросано, я не знаю, не обращаю никогда внимания на эти бумажки. А что вообще по составу? Что я думаю... Ну, исходя из того, из интереса вообще, что мне интересно, то, конечно, мне очень интересно было попробовать новую помаду. По-моему, она была в зазывалках, и я очень хотела попробовать эту помаду, и поэтому решила, что в сентябре я точно закажу коробочку Glam Box, хотя, как правило, желание есть всегда, просто я не всегда успеваю сделать заказ. Ну, а теперь, что по составу, собственно говоря, что мне в этом составе особо радует меня, это, конечно, масло. Поскольку я его пробовала, у меня еще есть один флакончик, вот, но будет и еще один продукт, который великолепно снимает макияж. И если бы совершенно была бы какая-нибудь другая отдушка, потому что аромат отвратительный, то был бы вообще просто праздник. Отношение... К Велле у меня теплая. И я, в общем-то, рада, что положили. По-моему, у меня уже есть из какой-то коробочки, что ли, шампунь и маска. По-моему, вот в коробке Beauty Insider там маска была. Будет полный комплект. В общем, я с большим интересом попробую. Может быть, у меня появится еще одна любимая линейка у Велле. Что касается вот Clarins, ну, Beauty Insider положили, и здесь я это вижу, походу, это теперь общая тема. Ну, а миниатюрка, конечно, пойдет в мою коллекцию. Вот. Честно говоря, даже аромат не слушала, не знаю, что это такое, но, конечно, познакомлюсь, вдруг понравится, там, может быть, мужу куплю. Вот эта вещь, даже если бы это было просто для чувствительной кожи, а не для жирной, я считаю, совершенно бесполезная, потому что вот зачем они такие пробники делают, как его использовать, чем его потом закрывать, затыкать или как, вот я не знаю просто, чем они думают. С пастой тоже не знаю, наверное, отдам кому-нибудь. Ну и маска, скорее всего, уйдет к маме, потому что я как-то женщине, я не очень жалую. Не спрашивайте, почему, я не знаю. Просто вот не нравится он мне и все. Итак, вот это вот был первый состав. И я сейчас его отставлю, мы посмотрим с вами второй. Не так уж много там отличий. Ну и потом сравним, какой состав все-таки будет более выигрышным. Также здесь сыворотка от Clarins и аромат от Guerlain. Также продукты от Вэлла. Помада и масло от L'Occitane. А вот дальше пошли различия. Здесь у нас крем для сохранения молодости и сияния кожи. Из линейки... Надеюсь, вы читается, в общем, надеюсь, видно. От марки Givenchy, весьма недешевый продукт. И от Kérastase маска для окрашенных волос. Где фокус? Ау! Никак я не могу сфокусироваться. Сейчас попробую. Да что ж такое? Как не получается? Ну вот, наконец. Надеюсь, видно.
Универсальный уход для проблемной жирной кожи. Я так понимаю, что это как гель-крем, наверное, оказывает противовоспалительное действие. Ну и вот опять лосьон от Bioderma Sebum. Вот этот вот для смешанной жирной чувствительной кожи. Ну и посмотрим все в реале. Здесь все то же самое, только видим вот этот вот продукт от Uriage, вот этот крем. 15 мл объем, большая версия. Коробочка с кремом от Живанши. Вот так вот он выглядит. Такой вот розовенький. 5 мл объем. Ну и, собственно говоря, маска от Kérastase. Сейчас я посмотрю, с какой здесь объем. Сколько они тут положили. 75 мл. Ну вот так вот. Давайте сравним составы. Сейчас я... чтобы это так было видно. Куда-нибудь это все засуну. Да. Ну, вот так вот. Два состава у нас. Что хочу сказать. Если придираться по полной программе, я выберу состав с маркой Kérastase. То есть второй состав. Потому что мне очень интересно попробовать эту маску. Как-то у меня был шампунь. Я как-то осталась не очень довольна. Но я слышала столько всяких хороших отзывов, что маски у них просто превосходные. Поэтому 75 мл мы с мамой попробуем, конечно. Мне очень интересно попробовать этот крем от Givenchy. Он не такой уж дорогой. Ну, это, конечно, все условно. Сейчас все очень дорого. Просто большое количество кремов уже перешагнули рубеж не только в 5, но в 6 и в 7 тысяч рублей. И, в общем-то, сейчас уже, наверное, более-менее такие стоящие, работающие продукты, они, наверное, все уже к пятерке подобрались вплотную. Поэтому, в общем, интересно попробовать познакомиться. Я, по-моему, из этой линейки вообще еще ничего не пробовала у Givenchy. Так что это да. Это вот... если придираться совсем. Если не придираться, то я довольна обоими составами. Оба состава для меня привлекательны, потому что миниатюрка от Paco Rabanne пойдет, конечно, в мою коллекцию. Без вопросов. Меня очень радует, что, несмотря на дубляж, есть вот большое количество этого шампуня. В общем, благодаря двум коробкам у меня 100 мл, да еще два этих бальзама. Меня это радует. Меня радует наличие масла, то, что положили, хотя это повтор, но это превосходно. Две помады, одна уйдет к маме, одна останется у меня. В общем, вместе будем радоваться. Я вот так смотрю вообще на это составы, если не придираться совсем. И мне становится, знаете, как-то вот вопрос у меня возникает. А зачем вообще нужно заказывать Beauty Insider коробочку, если есть такая превосходная вещь, как коробки от Glambox? Ну вот, состав этот каждый стоит по 950 рублей. Если сравнить с составом то, что предлагает Beauty Insider за 1350, то я голосую за Glambox. Это однозначно лучше и в отношении объемов, и в отношении практичности продуктов. Даже, в общем-то, как-то интерес уже падает Beauty Insider, потому что, ну да, конечно, Glambox не дает возможности попробовать какие-то редкие марки. Но, может, они не настолько и нужны? Вот, исходя из того времени, вот сколько я заказываю коробки эти Beauty Insider, у меня никак-то ни разу не возникло желания рыться по интернету, искать официальный интернет-магазин какой-то марки, что-то там заказывать за совершенно безумные деньги у незнакомой мне марки, пусть даже мне пробник чего-то понравится. Ну, как-то, не знаю, мне проще прийти в штатный магазин, типа Ривгош там или Дебуте, и приобрести понравившийся продукт, как вот благодаря, например, Гламбоксу я узнала про шикарный крем Технилис от Пайо, или полюбила сыворотку от Елены Рубинштейн из линейки PowerCell. Мне как-то все это ближе, поэтому вот я буду рада, если, допустим, мне понравится этот крем и там, вот, присмотрюсь, или даже продукт от Kérastase, в общем, в цветном хороший корнер у Kérastase, да, можно будет присмотреться, если что-то уже так понравится. Такое мое мнение об этих составах. Я считаю, что составы достойны пятибалльной оценки. Поделитесь своим мнением на сей счет.
Нравится, не нравится. Мне будет интересно узнать ваше мнение. Надеюсь, видео было интересным, полезным и приятным. Всем большое спасибо. Всем пока-пока.